Для каждого гражданина нашей страны Россия начинается со своей малой родины. Для жителей поселка совхоза имени Ленина такое место здесь. На арт-фестивале «Мой совхоз, моя Россия» каждый желающий мог познакомиться с историей поселения и проникнуться его атмосферой. На площади перед Дворцом культуры собрались местные жители и гости поселения. Массовые мероприятия проходят здесь довольно часто, но подобный фестиваль талантов был организован впервые. Возможно, в будущем его проведение станет традицией, ведь для мероприятия даже был написан собственный гимн. После окончания торжественной части прозвучит сводный хор, хор нашего Дома культуры и хор жителей, которые вместе разучили гимн фестиваля. Он был вывешен на всех подъездах, он был разослан во всех чатах, и люди готовились к этому фестивалю. Во время торжественной части наградили двух активных жительниц, по чьей инициативе и был проведен фестиваль. А затем прозвучал тот самый гимн, давший старт празднику. Фестиваль талантов было решено организовать, чтобы в дружной обстановке познакомиться всем соседям, а ведь сейчас в поселке проживает около 10 тысяч человек. Наталья Лялина – одна из идейных вдохновителей фестиваля, живет здесь уже 4 года. Когда я сюда первый раз приехала, я почувствовала, что я дома. И так вот я осталась тут, и, конечно, я хочу сделать, что я могу для администрации, для ЗАО «Совхоз». На разных творческих площадках было множество развлечений для детей. Игры, мастер-классы по созданию игрушек и рисования. У нас мастер-класс по таким вот веточкам клубнички. Поскольку у нас сезон клубники и мы хотим его продлить, мы решили сделать вот такую вот веточку. Взрослые, особенно гости поселения, могли узнать об истории совхоза на выставке, подготовленной местной библиотекой. Библиотека представляет у нас ретро-альбомы, архивные такие. Вот у нас есть фотоальбомы о хозяйстве и становлении совхоза имени Ленина. Как хозяйство, как поселка. Вот. Также представлены старые экземпляры книг. Вот. И авторство, вот, например, вот Кузнецова, она рабочая совхоза была. Все пришедшие на фестиваль отметили высокий уровень проведения мероприятий, остались довольны его концепцией и пожелали продолжать традицию подобных встреч с соседями. Очень здорово. Мы тут живем в совхозе, в 20-м доме. Тут всегда у нас очень много всяких мероприятий проводится. Праздник замечательный, потому что хорошая атмосфера, доброжелательные люди. Очень хорошо, да, здесь в совхозе. Значит, все мероприятия здесь проходят на высшем уровне. Барабанщики понравились, весело, здорово выступали. На сцене на протяжении всего фестиваля выступали творческие коллективы поселения. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.